Уважаемые львы, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале ОКО Таро. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро-прогноз на август месяц. Что ждет вас в этом периоде? Расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам, поэтому я вас всех приглашаю к своему столу. Вы можете смотреть этот Таро-прогноз как по солнечному знаку, так и по асценденту. И то, и другое верно. Таким образом, у вас будет больше информации для анализа, для сравнения. Постарайтесь внутренне успокоиться, и таким образом любую информацию вы будете правильно воспринимать и анализировать. Не стоит расстраиваться, если вы видите негативные карты, но это и не в ваших правилах. Расстраиваться вы всегда идете только вперед. Сильнее вашего знака, по-моему, нет. Хотя я сама не львица, но то, что я вижу по характеристикам, вы один из самых сильных знаков, лидирующий, и не зря вас назвали львами. Может быть, поэтому иногда я ваш знак выпускаю последним, потому что в первую очередь должны получить информацию те, кто вас слабее, те, кто в ней больше нуждается. Вы точно справитесь абсолютно с любыми проблемами. Расклад общий, но не забывайте о том, что он не заменит индивидуального, поэтому существуют также персональные прогнозы. В этом раскладе будет участвовать 12 основных карт, каждая из которых отвечает за определенную сферу вашей жизни, и будет 13-я карта совета. Также я просмотрю, что происходит с вами на момент просмотра. Итак, колода готова, и мы с вами можем начинать. Что происходит с вами на момент просмотра? Что в вашей душе, что в вашем подсознании, в возможных тайнах. И также теперь выкладываем по порядку все 12 основных домов гороскопа. Уважаемые львы и львицы, все карты вашего расклада перед вами, я приступаю к его чтению. Сразу же хочу заметить, уже бегло взглядом оценивая ваш расклад, хочу сказать, что у вас выпало достаточное количество очень сильных карт, поэтому вы действительно сможете справиться со многими задачами. Но давайте обо всем и поподробнее. Что происходит с вами на момент просмотра? На момент просмотра для вас выпала карта шестерки кубков. Это говорит о том, что ваши основные мысли сосредоточены на самых родных и близких, на вашей семье, на ваших детях, на ваших любимых. Для кого-то эта карта может показывать отдых. Возможно, то, что вы с кем-то хотите увидеться, или, может быть, кто-то должен приехать к вам, и вы также об этом переживаете. Сама по себе шестерка чаш говорит о том, что в вашей жизни есть относительное равновесие, и, по крайней мере, в данном периоде я вижу, что у вас довольно-таки неплохое настроение. И давайте посмотрим, что на вашем сердечке. Здесь мы видим одну из лучших карт в колоде. Это старший аркан звезды. Эта карта всегда говорит о том, что у вас очень много амбиций, планов, о том, что вы люди очень умные, высоко развитые. У многих по этой карте может быть образование и не одно. Вы всегда учитесь, вы всегда совершенствуетесь по жизни в любом возрасте. Также эта карта показывает ваши огромные коммуникации и связи с другими людьми, то, что вы востребованы. И, конечно, для вас важна собственная самореализация. Но по звездам вы думаете не только о себе, но еще и о ком-то. Что в вашем подсознании? В ваше подсознание выпала карта шестерки монет. Это говорит о том, что многие из вас думают о любого рода вложениях. Может быть, это коммерческие сделки или партнерство, которое вам приносило бы прибыль. Возможно, вы с кем-то хотите сотрудничать. Или вы с кем-то хотели бы объединить свои финансовые усилия в одном проекте. Для вас важно увеличить свои доходы так, чтобы вы могли помогать еще кому-то, потому что эта карта и благотворительности в то же время, а рядышком с семьей она говорит о том, что вы думаете о том, чтобы помогать своим близким. Даже если смотрят меня те, кто не работает, вы на пенсии, вы смотрите за детками. Вот эта карта говорит о том, что вы надеетесь, что кто-то из близких вам поможет. Если вы кого-то об этом попросите, конечно же, вам помогут. Сама по себе вот это уже первая карта говорит о том, что вас любят, вас не забывают, но если вам понадобится что-то еще, вы всегда можете об этом кого-то попросить. Давайте посмотрим, что происходит в вашем самом первом доме. Первый дом отвечает за основные движущие энергии всего этого периода, поэтому от первой карты зависит много. И в этот дом выпала прекрасная карта 10 чаш. Снова карта семьи. Эта карта может показывать любые семейные праздники и торжества. Конечно же, у многих из львов в августе намечаются дни рождения. И я вижу вашу готовность свои дни рождения отпраздновать так, чтобы все об этом помнили. Это карта хорошего настроения. Даже если вы деловые люди, для вас на первое место в данном периоде выходит ваша семья. Вам хочется побольше побыть с родными и близкими. Эта карта может показывать любой отдых всей семьей, который вы планируете, организовываете, и все это для вас возможно. Перейдем в ваш второй дом. Второй дом отвечает за недвижимость, также за то материальное поле, которое вы способны создать самостоятельно, те деньги, которые вы могли бы заработать. Здесь мы видим короля мечей. Если говорить о мужчинах-львах, то эта карта показывает ваше умение анализировать любую ситуацию, в любой ситуации принимать быстрые, жесткие, правильные решения, которые приводят вас к победе. Поэтому то, что касается работы, деловой сферы, конечно, будут нервы. Эта карта показывает эмоциональное напряжение, но вы по этой карте способны, во-первых, управлять другими людьми. Даже если вы работаете в коллективе, в команде, то вы 100% самостоятельная единица и с вашим мнением считаются. Заработки у вас будут, доходы будут. Если говорить о женщинах, то на ваши заработки может влиять мужчина. Для кого-то эта карта может показывать мужчину, официальное лицо, с помощью которого вы подписываете какие-то документы, связанные с работой, у тех, у кого есть такие ситуации. Или решаете какие-то бумажные дела. Для многих мужчин львов эта карта говорит о том, что у вас есть своя недвижимость. Я вижу, что на сегодняшний день и из-за недвижимости есть какие-то нервы, переживания. Но здесь все в ваших руках, если говорить о мужчинах. Если говорить о женщинах, то все, что касается недвижимости, здесь зависит от мужского лица, но мужчина вам и помогает. В общем-то, неплохо. Давайте посмотрим, что происходит в вашем третьем доме. Третий дом отвечает за ваши ближайшие коммуникации на начало этого периода, буквально первая неделя-полторы, также ваше взаимодействие с ближайшей родней и друзьями. В этот дом выпала карта 10 мечей. К сожалению, это болезненная, сложная карта, и она говорит о том, что, возможно, с кем-то вы просто не находите общего языка, или вы из-за кого-то очень сильно страдаете, потому что эта карта показывает ваше страдание, вашу собственную боль из-за кого-то. Я не вижу, чтобы вы особо от кого-то ждали помощи или на кого-то рассчитывали, несмотря на то, что у вас есть родные и близкие люди. По факту вы всегда рассчитываете исключительно на себя. Эта карта предполагает то, что в начале этого периода у вас могут быть какие-то сложные моменты, связанные и с личной жизнью, и с вопросами недвижимости, и работы. Эта карта может показывать общую эмоциональную усталость и то, что вам нужен отдых. То, что все будет налаживаться, это точно. Поэтому не входите ни в какие депрессии, ни в какое отчаяние. Любые ваши ситуации разрешимы. Перейдем в ваш собственный дом, под крышей которого вы живете. И в этот дом выпала карта пятерки кубков. Она говорит о том, что руки у вас опускаются из-за бытовых моментов, как будто бы вам надоело одно и то же каждый день. Плюс еще это какие-то непонимания с партнером. Вроде бы нельзя сказать, что в вашей семье все плохо, но такое ваше эмоциональное состояние. Это говорит о том, что вам просто нужно отдохнуть. В лучшем случае для вас было бы хорошим куда-то поехать, на что-то переключиться, даже если в паре есть обиды. Вот эта карта говорит о том, что в ваших отношениях еще живы чувства, есть любовь, есть эмоции. Вы, возможно, сейчас видите какие-то негативные моменты в отношениях, но не видите позитива, а позитив 100% есть. Давайте перейдем в ваш пятый дом, дом хобби и увлечений, того, куда тянется ваша душа. Эта карта показывает и новые знакомства, контакты, романтические отношения, деторождение, зачатие для тех, для кого это актуально, взаимоотношения с вашими детками. И в этот дом выпала великолепнейшая карта «Старший аркан Мир». Эта карта предполагает то, что многие из вас действительно... Мало того, что вы талантливые люди, так вы свои таланты еще и развиваете. И по этой карте вы себя развиваете не в одном направлении, а во многих. Эта карта говорит о том, что нет предела совершенству. В общем-то, это то, о чем я говорила, карта звезд. Поэтому, если у вас есть основные хобби и увлечения, вы 100% сможете их развивать. Получать новые знания, новый опыт. Это карта огромных контактов. И она говорит о том, что для вас важно общение с другими людьми. Эта карта может показывать и соцсети, и просторы интернета, то, что вас увлекает. Или то, с помощью чего вы для себя ищете, находите нужную информацию для развития. Даже если до сего момента вы... не имели никаких увлечений, то по карте мира я вижу, что вы найдете в себе что-то, то, что будете все-таки развивать. И вам нужно свои таланты реализовывать в жизни. По этой карте вы и сами кому-то можете давать тренинги, мастер-классы, уроки. Если вы захотите брать у кого-то тренинги или мастер-классы, тоже очень благоприятная карта. Сама по себе эта карта может показывать путешествия, дороги, то, что вы не мыслите в жизни застоя, и для вас постоянно нужно движение и обновление. Вы только достигаете одной цели, одной вершины, вы уже идете к следующей. То, что касается знакомств, любви, одинокими по этой карте вы не будете. Если вы встречаетесь, вас ждут совместные дороги, приятные разговоры. Но при этом вами может интересоваться не один партнер, и вы не должны спешить с выбором. Для тех, кто в паре сейчас у вас есть друг или подруга, я вижу, что в этих отношениях заинтересованы оба. Вы оба очень активные личности. И для вас важно, чтобы с вами был именно такой же по интеллекту человек, как вы. Если рядом с вами будет человек, который слабее вас, который... недостаточно образованный, вы не сможете быть с этим человеком. Но карта мира предложит вам выбор. Возможности выбора 100% будут. То, что касается зачатия, деторождения, прекраснейшая карта, благоприятное время. Поэтому, если вы свою беременность планируете, то этот месяц просто замечательный. У тех, у кого проблемы с беременностью, и с зачатием, эта карта говорит о том, что вы найдете какие-то новые возможности. Возможно, вы будете проходить дополнительные обследования или консультации, но я вижу, что выход будет найден. Даже если есть какие-то проблемки по здоровью сейчас, все равно зачатие, я вижу, на будущее для вас очень возможно. Давайте посмотрим то, что касается ваших деток, у тех, у кого есть дети. Она говорит о том, что они такие же талантливые, как и вы, неуемные личности. Ваши дети также не способны сидеть на месте. И эта карта говорит о том, что вы будете радоваться успехам своих детей. Это карта и прекрасного образования, и возможностей вообще. Давайте посмотрим, что происходит в вашем шестом доме. Шестой дом отвечает за повседневные заботы, то, с чем вы будете сталкиваться буквально каждый день. В этот дом выпала карта рыцаря жезлов. В данном случае это женская карта, именно женщина-рыцарь. И для женщин-львиц эта карта говорит о том, что вы свою жизнь будете стараться держать под полным контролем. Очень большая ваша собственная активность, дороги, встречи, коммуникации, переговоры, работа. Все везде вы будете успевать. Даже если вы не работаете, я вижу, что у вас бурно идет общение с другими людьми. Здесь будет и отдых, и какие-то новшества. Поэтому, если даже в начале этого периода что-то не совсем получалось так, как вы хотите, я вижу, что дела пойдут в гору, поэтому не огорчайтесь. На мужчин львов большое влияние в повседневной жизни будет иметь женщина. Это может быть ваша супруга, сестра, дочь, подруга, важная коллега. И вам важно прислушиваться к женскому мнению. Благодаря женщине вы также можете осуществить какие-то дороги, бизнес-сделки, важные проекты. женщина вам в помощь. Если говорить о вашем здоровье, общий запас энергии для женщин по этой карте великолепный. Даже если были какие-то недомогания в прошлом, то в этом периоде, в общем-то, карта говорит о том, что состояние здоровья удовлетворительное, я бы даже сказала, хорошее. Но эта карта может показывать любые воспалительные процессы, поэтому все равно будьте бережны в отношении своего здоровья. Если говорить о мужчинах, о вашем здоровье позаботится женщина. И давайте перейдем в ваш седьмой дом. Седьмой дом отвечает за партнерство во внешнем мире и также за отношения в паре для тех, кто в паре. Здесь мы видим карту старшего аркана колесницы. И здесь движение, и здесь скорость, и здесь динамика. Во внешнем мире вы как вихрь. Несетесь навстречу судьбе, навстречу новым людям, новому общению. Вы в центре внимания, вы в центре событий. Притом вы этими событиями руководите. Вам не всегда контролировать свои эмоции, потому что вы довольно-таки яркая личность, характерная личность. Вы, как правило, говорите то, что думаете. Но я не вижу, что под вас это отталкивало других людей. Наоборот, вас уважают и ценят как раз за вот эти качества, которые вы проявляете. Для многих из вас эта карта может показывать дороги, деловые поездки и также дороги, связанные с отдыхом всей семьей. Потому что если говорить о ваших личных отношениях, скорее всего, такие дороги планируются. Может быть, ваша вторая половиночка отдельно от вас куда-то направляется, есть какие-то планы, но вы здесь своего партнера или партнершу во всем поддерживаете. Если говорить о личных отношениях, я вижу, что вы достаточно оба сильные личности. Где-то даже ваша вторая половиночка пытается брать над вами верх, но вы ему или ей не уступаете. Но, в общем-то, я вижу между вами любовь. Я вижу притяжение, я вижу желание. Поэтому даже если будут конфликты, какие-то недоразумения, из-за чего-то в какой-то момент опускаются руки, то все равно в вашей жизни будут изменения, будет движение, и ваш партнер во всем готов вас поддерживать. Перейдем в восьмой дом. Эта карта расскажет о любого рода риски в зависимости от того, что в этот дом выпадает. В этот дом выпала карта тройки жезлов. Она говорит о том, что под угрозой ожидания, возможно, что-то затягивается, вы вовремя не получаете нужную информацию. Так как эта карта коммерции, торговли, обмена, она может говорить о том, что у тех, у кого такая сфера деятельности, тоже что-то может тормозиться в делах, не по вашей вине. Возможно, вы допустили какие-то ошибки, но небольшие. Эта карта говорит о том, что вы над чем-то трудились, во что-то вкладывались, но не можете дождаться позитивного результата. И вот это ожидание вас может напрягать. Для вас важен результат здесь и сейчас. Перейдем в ваш девятый дом. Девятый дом расскажет о дальних дорогах, о дальних поездках и также о образовании. Эта карта больше размышлений, анализа вашей собственной жизни. А это говорит о том, что многие из вас могут быть хорошими психологами, философами, мыслителями, но чувствуется немножечко пресыщение, усталость, и будут моменты, когда вам просто захочется отдохнуть от любой учебы, от любого общения. В отношении любого рода образования вас кто-то готов поддерживать из дома, из семьи, но вы не особо спешите принимать чью-то помощь, потому что привыкли решать многие задачи сами. То, что касается дальних дорог, несмотря на то, что вы их способны совершить, также и ближних дорог, вы как будто бы тоже не торопитесь. Вы сидите и думаете, надо ехать, не надо ехать. Хочу я с кем-то видеться или не хочу. А по этой карте такое чувство, что особо с кем-то не хочется видеться. Или хочется видеться, но не со всеми. У тех, у кого есть бизнес посредством интернета, я вижу хорошие результаты. Но вы думаете о том, чтобы еще такого попробовать. Тоже чувствуется немножечко пресыщение. Вам просто, многим из вас, нужно отдохнуть. Хотя бы на время отойти от дел, от работы. Для тех, у кого есть основная занятость, ваша работа от этого никак не пострадает. В вашем случае работа подождет. И переходим в наш десятый дом. Десятый дом рассказывает о результатах этого периода. и также о взаимоотношениях с органами властей и юстиции. Если именно в этом периоде вы что-то попытаетесь начать оформлять, будут сложности, но если вы будете идти до конца, то все получится. Эта карта может показывать официальные лица, госструктуры, людей при погонах, людей при должностях. Возможно, вам с кем-то нужно вести переговоры. Карта удачна, хотя говорит о том, что вы очень эмоционально напряжены. В течение этого месяца вы сможете решить многие задачи, но я не вижу вашей полной удовлетворенности. Вы считаете, что вы могли бы достичь или сделать гораздо больше. Но, в общем-то, все те, кто все-таки попытается запустить какие-то новые проекты, а эта карта может показывать любые новые проекты, вы будете с собой довольны. Перейдем в ваш 11-й дом. 11-й дом расскажет о ближайшей дружбе, о неожиданностях этого периода. И в этот дом выпала карта десятки монет. Во-первых, эта карта говорит о хороших стабильных доходах для многих из вас. Для кого-то эта карта может показывать дополнительные источники доходов. Без денег вы точно не будете, даже те, кто не работает. То, что касается друзей, самые ваши близкие друзья – это ваша семья. Но во внешнем мире тоже есть много людей, которые хотели бы с вами общаться. Вы выбираете, с кем вы хотели бы общаться. Но я вижу, что вы готовы со всеми поддерживать общий язык, в особенности, если это касается дел, работы, и общение приносит вам доход. Или благодаря общению вы решаете какие-то рабочие вопросы. Вторая половина месяца по заработкам для многих из вас будет очень успешной. Вы сможете не только заработать на необходимое, но еще и отложить и кого-то порадовать подарками, в том числе и себя. То есть эта карта может говорить о любых приобретениях для дома и для тех, кого вы любите. Также эта карта может говорить о том, что приятной неожиданностью для вас может быть какой-то богатый или хороший подарок в ваш день рождения. Ну, пусть так оно и будет. Давайте посмотрим в дом ваших самых больших страхов, хотя, казалось бы, какие у львов могут быть страхи. Но что интересно, в дом страхов выпала карта силы. И обратите внимание, что на ней изображен прекрасный могущественный тигр. В данном случае здесь тигр. А эта карта говорит, что вы боитесь того, что на что-то у вас попросту не хватит сил или мудрости, но вы не должны себя недооценивать, или не хватит в чем-то опыта, или не хватит таланта, или не хватит образования, или не хватит уверенности, но все это есть в ваших жилах, поэтому вы ничего не должны бояться. Я вижу, что многие из вас переживают не о том, что происходит сегодня в вашей жизни сейчас, а вы переживаете о чем-то масштабном, глобальном, большом, о том, что вы хотели бы воплотить в отдаленном будущем. У вас не одна мечта. Возможно, вы переживаете, что вас кто-то не поддержит из внешнего мира, либо не состоятся какие-то важные дороги или встречи. Вы не сможете получить дополнительное образование или открыть новый бизнес, или что-то усовершенствовать в старом. Ваши опасения напрасны. Сложности, конечно, есть, у каждого они свои, но вы справитесь. И давайте посмотрим на карту основного совета. Для вас выпала карта солнышко. Это то, о чем я вам говорила. Для вас нет ничего невозможного. Солнышко – одна из самых лучших карт в колоде. Это ваши амбиции, энергия, ум, талант. Мы здесь видим Бога, который управляет планетами, могущественного человека, который подобен богам. Управляйте своей жизнью. По этой карте вам позволено абсолютно все. Любите, живите, творите, созидайте и развивайтесь. Эта карта говорит о огромном успехе, о огромном признании. Главное, чтобы вы не загордились и всегда, чтобы помнили о тех людях, которые являются вашими самыми и близкими, которые дают вам опору и почву под ногами для того, чтобы вы были уверенными и сильными. Воплощайте в жизнь свои мечты и таланты. Я вам всем желаю прекрасного настроения, позитива, новых возможностей, прекрасного отдыха и счастливых празднований ваших дней рождения. Пусть в день вашего рождения сбываются все ваши самые заветные мечты и надежды. По тем картам, которые я вижу, вы можете взять от жизни очень многое. И в этом вам будут помогать не только близкие, но и высшие силы. Всем удачи! Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не успел подписаться. Пишите в обратных сообщениях, насколько эта информация была для вас важной и полезной. И помните о том, что каждую неделю выходят свежие недельные прогнозы, в которых я вас всех жду. Всем до свидания!